Дом снаружи весь закончен, окна ставили. Леса можно убирать теперь. Крыша накрыта. Окна, двери вставлены. Позавчера свет наверху доделали на карнизе, чтобы светился по всем четырем сторонам. Ну, вот так вот выглядят. Окна темные, стены темные. Ну, мода сейчас такая вот. Так вот делать все. Снаружи все закончено. Осталось сверху трубу еще сделать для принудительной вентиляции на крыше. И потом леса могут, можно убрать. На этой неделе это сделают. И потом леса уберутся. Ну, соседи тут тоже у нас через один участок роют. Тут вот экскаватор у них стоит. Тут вот техника стоит у них. Тут они вырыли, где песок. Вот вы видите, тут на 1,5 метра глубиной вырыли уже. И заложили трубы, для которых будет отопление земли у них тоже будет добываться. И сзади там еще раз копают, я смотрю. Засыпают грунт черный. Потому что почва у нас песчаная. Вот это неправильно это делать. На огороде, что полностью заменили почву, это хорошо, потому что сейчас вам покажу, как близко у нас песок от поверхности. Но они тут тоже выкопали, они тут сразу отопление трубу положили. Ну и вот как видно, вот видите, сантиметров 25-30 всего у нас черная почва, более-менее черная. А потом уже идет чистый песок там снизу. Вот так вот это все выглядит дело. Ну, соседи там сзади строятся. Все накрыли крышу уже. Абсолютно все. Только один там сзади с той стороны. Вот. Там сзади еще черепки еще не лежат. А так все накрытые вокруг. Со всех сторон. Окна ставили, крепятся такими металлическими шинами специально, потому что там сзади напрямую раму невозможно просоединить, потому что там утеплитель находится, поэтому такие металлические шины, а снизу потом там болт с резьбой, гайками регулируется это окно, когда выставляют уже. Потом это тут обрежется, стена лишняя, тут снимется пленка и наклеится на стенку. Ну и сверху потом будет заштукатурено. Вот тут показано металлические, как шины позаклеивали. Тут окно готово к штукатурке. Здесь наверху дозы, куда будут вот эти ставни подсоединяться мотор. Вчера уже лазил, там провода соединял. Ну, потолки уже тут сделали. Все готово, осталось только зашпаклевать. Перед тем, как будет стены штукатурить, тут эту пленку сверху заклеят, по кругу это мы увидим. Ну и тут уже все готово к штукатурке. Вчера тут трубу подсоединили, наверх вывели их снова. Теперь тут надо ящик сделать, за что закрыть их. Ну и тут наверх они пошли у нас. На чердак, там будет установка стоять. Воздух будет с улицы брать свежий. И закачивать из дома, а из дома выкачивать наружу. Принудительная вентиляция будет. Ну, соседи тоже, дом уже продвигается потихонечку. Накрыли тоже. Сейчас погода подходит такая осенняя, что будут скоро дожди. Гараж наш еще без ворот. Ну, на участке, видите, тут продолжает строительство все. Сейчас подойдем чуть ближе, посмотрим, что тут делается у людей. В одну сторону сходим. Вчера тут полно машин было везде, кучами стояли везде, все работали, хоть и праздник. В Германии 3 октября же праздник, но все равно все работали. Это сразу тут заезд хороший сделал сосед. Серьезно выгреб он тут. Этот еще тут вата утеплительная вся на улице лежит.
наверное, чердак еще там не утеплял вообще. Этот человек уже бункер поставили, наверное, КНАВ. Это, да, гипс. Гипсовый путь будет. Быстро вообще с этим гипсом, штукатурка гипсовая быстро вообще продвигается. 3-4 человека такой дом за 2 дня они заштукатурят. У меня тогда штукатурили 3-2 дня тоже. Но одноэтажный был дом. Ну, тоже стройка продолжается. Большой гараж тут у людей. Вот так вот это выглядит. Там будет кольцо разворачиваться. Здесь тоже гараж поменьше. Ну и вот так люди тут строятся. У всех одинаковые цвета дома. Стены почти одинакового цвета у всех. Только у нашей дочки, у соседа чуть-чуть светлее кирпич. А здесь у всех одинаково почти. Но тут еще дорогу поднимать будет, видите, какая высота земли сбоку, бурьяны, полметра высота. Это мне тут, сейчас они бурьян до груди достает. Ну вот так вот, ребята, стройка движется у всех. Так все это выглядит тут. Там дочкин дом с зятем. Вот так вот. Хочу в лес за грибами съездить, посмотреть, есть там что-нибудь или нет. Уже 2 раза ездил, 3-й раз с работы проезжал мимо, заехал посмотреть. Но и ни одного нигде не видать никаких, ни хороших, ни плохих. Так что сейчас поеду опять посмотрю, убедюсь, то люди все в интернете показывают, как они грибы собирают. Ну и я посмотрю, может опять ничего не найду, а может и дача будет какая. На этом, ребята, все. Короткий обзор заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!